Ребята, рекомендую вам подписаться на канал Старый Пердун. На этом канале выходит, ребята, 6 игр. Они выходят, ребята, по вторникам, субботу, четверг, понедельник, суббота и воскресенье. Это очень, ребята, большой плюс этого канала. Ну, а какие видеоролики, ребята, здесь выходят, вы уже можете заценить их по ссылке в описании. Так что, если вы заинтересовались данным каналом, переходите на него, потому что автор данного канала реально, ребята, не школьник, и голос у него приятный, качество видео тоже на высшем уровне. Так что, ссылку найдете в описании. Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк данному видео, подписывайся на канал и напиши комментарий со своим ником. Более подробная инфа в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер. И сегодня, ребята, мы устраиваем конкурс «Убей Вайдера». Соответственно, сегодня мы будем, ребята, минить меня, то есть дефить со мной. Сегодня будет играть Эклад, поздоровайся. И Лалка в танках, поздоровайся. Всем привет. Вот, короче, ребята, мы здесь заменили себе местечко. Я минил с вот этой стороны, а Клауд, ребята, там все засрал просто в хламину с той стороны. Нихера себе, там черное пятно. Там что, в Нарнию проход, и Клауд ты открыл? Охерея, первых не встать. Ну, там и изи, ребята, есть респы, соответственно, я заменил вот это. Мать моя женщина, нихера себе, там просто диктатор резнулся, короче, я чуть не обописался от страха. Короче, ребята, у меня здесь, я фиг его знает, сколько будет аптек, если, в принципе, у нас все получится на изичах, то есть все по бызерику, по шурику будет получаться, то, соответственно, я, ребята, буду жрать, ну, хотя бы вот на 10, на 15 минуток минок, если там меня вообще здесь все разминируют и будут пытаться убивать. Но потом, соответственно, ребята, если мы здесь очень конкретно таки будем дефить, что меня, конечно, опять же, не убьют, я, опять же, ребята, если у нас пройдет минуток 10, в принципе 15, я уже выйду на середину и буду там уже, ребята, чисто ездить, и наши ребятушки меня будут убивать. Короче, ребята, тактика у нас тоже предельно проста. Если меня сливает, iCloud у нас сбрасывает 10 золотых ящиков, и ребята как раз таки, ребят, пытаются его взять. Не хотел, ребята, делать и устраивать конкурсы, в принципе, как все, знаете, кто-то один убьет, соответственно, тот весь приз кристальный у нас получает. Ну, потому что это реально неинтересно, когда устраиваешь такие конкурсы, там получается у тебя один сплошной негатив, ни единого, так сказать, тебе благодарности, потому что как раз таки, ребята, весь приз забирает один чувак. Ну, а так будет ребятам как раз таки интересно, и если им удастся все-таки меня слить, то, ребята, голды будут для всех, как минимум 10 чуваков их возьмут, потому что все голдики будут, ребята, сброшены сразу в один раз, то есть в один миг все голдики вжух и сбросятся у нас. Окей, там у нас хитрожопые ребята уже пытаются немножечко залезть, да, сюда схитрить. Я вас понял, дорогие мои друзья, выбрали, ребята, сегодня место, ну, точнее, я это выбрал место, даже не знаю почему, потому что больше всего, наверное, оно мне приглянулось. Так, с обоих сторон меня уже тут подпирают диктаторы, но они прекрасно не понимают, что здесь они меня, ребята, тупо не убьют, потому что я могу жрать мины, ну, по крайней мере, не бесконечно, конечно же, но определенная часть аптек, не мины, точнее, ребята, аптеки, извиняюсь, немножко уже начинаю заговариваться. Кстати-то, смотри, у нас здесь ребята тоже такие хитренькие и проезжают вот здесь вот за дом. Так что Айклад тоже имеет там в виду, чекай это и то место. Вот, потому что они там тоже пытаются схитрить, короче, объехать все вот эти мины. И походу, вот это, ребята, бесполезное место, где я пытался и слил кучу-кучу мин. Здесь, ребята, тут у нас два косаря мин слита. То есть здесь они даже и не поедут. Ну, там едет одна хорнта рельса, может быть, она сейчас что-то такое да эпичное замутит. Ну, скорее всего, ребят, нифига. Ничего себе, тут чувак какой лютый у нас, а? Чувак-то, ребята, у нас очень лютый, но здесь у нас, ребята, просто херва туча мин. Соответственно, ничегошеньки он не сможет мне сделать и, соответственно, меня тоже убить. Опять же, не буду я, ребята, отвечать в чате нашим ребятушкам, сколько у меня осталось мин, потому что если сейчас я им это буду говорить, то они, ребята, меня... Ой, мин, аптек, если я сейчас это им скажу, они, ребята, у меня уже будут тупо разводить на аптеке. Соответственно, минки они мои разминировать не собираются.
принесу, они их не будут разменивать, и они только будут, ребята, у меня, так сказать, воровать мои аптечки, и, соответственно, iCloud, там сверху, чуваки, поехали, вот это, ребята, жесть, вот это сейчас, ребята, будет просто топчик. Вы заметили, да, ребят, какой сейчас будет топчик, просто мега эпик, мазафака, эпик, шмепик, мепик, бепик, фигекип, хух, наконец-таки он умер. Если честно, я, ребята, сейчас не на шутку таки сыканул, потому что он сейчас меня мог просто, ребята, засрать и обезвредить все мои мины, и, соответственно, он бы сейчас, ребята, уже их слил. То есть не меня, соответственно, ну нет, меня, конечно, тоже слил, и все минки, ребята, тоже улетели бы просто во свояси. Так, окей, там братаны пытаются меня со страйкера завредить, но ничего у них не получится, потому что там еще им свои же мешают. Это, конечно, ребята, просто эпичное такие зрелище. Кстати, я не подумал, что как раз-таки у нас будет с этой новой пушечкой страйкер. От нее никакого, соответственно, ребята, резиста не взял. И я так думаю, сейчас будет просто наноситься мне нереальный дамаг. Потому что как раз-таки, фух, тихо. iCloud, я чуть тупо на твои мины не наехал. Вот это было бы сейчас, ребята, просто эпичное зрелище, прикиньте. Сейчас бы... Это была бы самая нелепая и глупая смерть, которую... Ё-моё, лавка в танках, что ты там не останавливаешь? Они едут на меня сверху, и сейчас мне, походу, придет кранты. Мне сейчас реально придет тупо кранты, и никто меня абсолютно не спасет, никто мне не поможет. Ребятушки мои дорогие, я жру, ребята, аптеки просто по КД как бешеный. Потому что если я это дело, ребята, перестану тыкать, то они меня, конечно же, убьют. Это просто, ребята, офигеть. Так, ладно, жрем, ребята, просто жрем как сумасшедшие. Я сейчас жму на аптеку, на ДАшку и не перестаю это делать. Скорее всего, вы также будете слышать клацание на этих кнопочек, но... Ребята, ситуация того, так сказать, требует. Потому что здесь просто нереально. Вы офигели, что ли? Вы там нашли какое-то местечко, и сейчас меня тупо все оттуда вылупасят. А ну-ка слезайте оттуда по бырику, по шурику. Нихера себе, а что такой лютый прям дамаг? Ребята, это просто жесть. Я не ожидал, что столько будет просто дикой активности, что на меня так попрут эти все люди и будут пытаться меня слить. Окей, давайте спрячемся от них куда-нибудь вот сюда вот. Все, уйдите. Уйдите, ребята, от меня. Я не хочу вас видеть. Все, вы сделали, ребята, свое дело, и теперь уходите от меня. Уходите от меня живо. А знаете, ребята, как раз таки еще в чем пачка? Я делал модуль админ, потому что я так и думал, что ребята у нас не залезут, но фишку с залезанием туда наверх я совершенно не продумал. И как раз таки вот чувак, который с нами сейчас играет, это ребята Лавка в танках, он мне говорил и предлагал идею залезть туда наверх, там за бортиком стоять и, в принципе, от этого уже разносить наших чуваков. Я, ребята, просто охереть, я аптеки жру по КД. Мне, походу, сейчас, вот, сейчас, ребята, у меня будут КД брони и мне придет кранты, все. Меня убили. Меня убили. iCloud, давай сперва 5 голдов, а потом еще 5 голдов. Давай сперва 5 голдов сбрасывай, а потом еще будет 5 голдов. Потому что, ребята, выпуск у нас просто нереально быстро закончился. Серьезно, это просто охереть. Нет, Клауд, сперва 5 голдов, потом 5 голдов. Так, iCloud. А что, он у нас не скайпе, он нас не слышит или что? Или как? Нет, слышит. iCloud, ты нас слышишь? Напиши что-нибудь в чатике. Он не понимает, сразу 5 кидать или... Да, сразу 5 кидай, потом они как возьмут их и еще пятерку кинь. Все, ребята, есть 5 голдов, давайте напишем, позже будет еще 5 голдов, чтобы было эпично. И, кстати, ребята, да, здесь... Ребятушечки тоже могут брать голды, как раз таки iCloud и Лалка, потому что, ну опять же, ребята, они мне помогали, хоть и минировали, но я так думаю, ничего страшного, если они тоже попытаются взять хотя бы один голдик. Так, здесь у нас заминил, и заминил довольно-таки неплохо. А, это не тот диктатор. Так, ребята, кто первый голд отжимает, папа какой-то голд у нас отжимает. Вот, ребята, и летит еще один голдик, там еще один голдик, просто 4 голда, ребята, летят. И кто же их отожмет, кто же будет? Ну это Гром, Вуд, я Везунчик и Джамас у нас взял золотой ящик. Окей, Клау, давай еще следующую пятерку. 3, 4 и
5, ребята. Завершающие, так сказать, голдики у нас уже летят. И, если честно, я не предполагал, что рубрика у нас закончится настолько быстро. Я не понял, насколько у нас рубрика получилась. Она у нас где-то получилась на минуток 7-8. Это же просто, ребята, офигеть не встать. Просто офигеть не встать. Кстати, iCloud доминирует у нас на мостике. Золотой ящик, но я понял тебя. Это у нас превышается уже с Убей Вайдеров, Спаси Голд какой-то. Не, ну смотрите, ребята, здесь у нас просто не жалеют минок вообще никто. Это, ребята, просто офигеть не стать. Так, 1, 2, 3, 4. И где пятый? А, пятый, ребята, вон он. Так, Копрум. О, Айвуд берет уже 2 золотых ящика. Охереть, неизвестный. И кто берет тот последний голд, потому что он там тоже, ребята, довольно-таки... А, Айвуд! Айвудо у нас взял целых, ребята, 3, получается, золотых ящика. Ну нифига себе. Да ты не офигевший ли, чувак? Это, ребята, просто офигеть. Ну, да, конечно, рубрика была, ребята, эпичная. Она мне однозначно понравилась. И я даже хз. А, Клауд, давай, наверное, еще один голдик. Я попытаюсь тоже его поймать. Это, так сказать, бонус не будет. Вот, и давайте пишите в чатике, где у нас он будет. Ну, я, короче, ребята, его по-любому не найду. А если найду, то я его, конечно, не возьму. Это прям инфа-сотка. Он, да? Он в углу, вот я в углу. А где, возле водокачки? А, получается, база синих вроде. А, все, вижу. Блин, ну там чуваки уже начинают минировать. Это ё-моё нечестно. Вы офигели, что ли, минировать? Я же тоже хочу этот голдик отжать. Вот, кстати, если я сейчас этот голд отжму, ребята по-любому будут бомбить, хотя они буквально не понимают, да, что этот голдик у нас уже даже лишний, ребята. Не, ну, здесь я по-любому, мне кажется, не возьму. Хотя, ребята, у меня есть абсолютно все шансы его отжать. Если как раз-таки... А, нет, его уже взяли. Нет, ребята, ну, в этом весь я. Серьезно, ребята, просто в этом весь я. Голдик уже отжали, я что-то пытаюсь там... Ой, ребята, давайте быстрее, сейчас я его по-любому отожму. Ну, это, конечно, эпик, ребята, шмепик, и может так только лишь Вайдер. Короче, дорогие мои друзья, если вам понравился данный видеоролик, я так думаю, он вам очень понравился, потому что призы, ребята, у нас получил не какой-то один чувак, который меня убьет, а здесь, ребята, нужна именно была командная тактика, чтобы завалить меня, соответственно. Это у ребят получилось, и каждый, ну, я так думаю, не каждый, но хотя бы процентов 50, может быть, из этой карты, ну, не 50, хотя бы 40%, ребята, участников взяли как раз-таки голды, и был довольно-таки прикольно, эпично и необычно. Так что, если вам понравился данный видеоролик, ребята, обязательно ставьте за него лайк, также подписывайтесь на мой канал, кто этого еще не сделал и смотрит видео впервые. Ну, а с вами был Вайдерлак в танках и iCloud. Всем пока-пока!